Я думал, что после видео Ивлеева и Эл-Джей разводится или разводит шоу-бизнес на канале Уксус Влог, я попрощался с этим персонажем навсегда. Но тут пришла новость. Эл-Джея поймали ночью пьяным, за рулем. Вот что сообщается. В ночь на 26 мая Эл-Джей со своей супругой, блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой, ехали на автомобиле BMW по проспекту Маршала Жукова в Москве. Полицейские остановили музыканта и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, однако тот отказался. Эл-Джея, он же Алексей Константинович Узенюк, обязали явиться в суд, ему грозит лишение водительских прав. Также говорится о том, что Эл-Джей, он же Алексей Константинович Узенюк, отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего сразу признал, что был пьян. А состояние Ивлеевой на момент задержания Эл-Джея ничего не говорится. Сам Эл-Джей, он же Алексей Константинович Узенюк, никак не прокомментировал эту историю. Однако у себя на YouTube-канале выложил клип «Первая полоса. Вся правда о задержании». Люди верят в честных копов, доверяют СМИ. В основном таскают жопу вместо головы. Увы, увы. Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали как ловко, прыгаю в заголовке. А всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю. И впятером меня качали на котлету. А мне нужны лишь федеральные каналы. Ведь мне не помешает промо к завтрашнему треку. И по щелчку я во всех новостях. Журналисты повсюду. Дом, квартира, офис, студия. Они нашли почти все мои адреса. Стоило просто отказаться поссать. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. Ссылки на полные материалы ниже в описании. А на данный момент это все. Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали как ловко, прыгаю в заголовки.